Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. О том, что популярной актрисы не стало, сообщили члены группы Little Big. Пока неизвестно, что же именно случилось с Полиной Соколовой, но в социальных сетях уже поговаривают о том, что это был коронавирус. Участники Little Big пока шокированы страшной новостью. Они не могут поверить в кончину коллеги, которая несколько лет поддерживала группу и была ее частью. Братья и сестры, сегодня не стало Полины Соколовой, нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Фараденса, Скибиди, Romantic Edition и Everybody, написали музыканты в социальных сетях. По их словам, Полина всегда будет частью большой семьи под названием Little Big, а коллеги и поклонники не забудут ее. «Покойся с миром», говорится в сообщении. На смерть коллеги отреагировала и Соня Таюрская: «Лети, дорогая, ты так любила эту жизнь. Спасибо тебе за все, никогда не забуду все твои слова». Соколова появлялась в социальных сетях 13 июня, на ее странице многие писали слова поддержки. А вчера появились первые сообщения о ее смерти. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.